Добрый день, добрый вечер и доброе утро, уважаемые дамы и немногочисленные господа. С вами магазин «Модная пышка». Женская одежда больших размеров. Наша несменная волшебная ведущая Людмила Аркадьевна. Да, меня никто не сдвинет с места. Шикарный ведущий, оператор Вова Люкс. Твои слова, Люда, ты должна была говорить. Где поддержка? Ой. Подожди. У тебя еще будет время сказать. Смотри. Женя, она что же у нас на плане? Ой, простите. Женя, здравствуйте. Здравствуйте. Женя, она вся в работе. Очки на глазах, Люд, ничего не вижу. Дай Боже не спотыкнуться. У нас сегодня праздник, Люд. Вот что я тебе скажу. Какой? Праздник красивой женской одежды. Да не простой женской одежды, а больших размеров, Люда. Да. Открывай детское шампанское. Где? Ты хочешь спрашивать, по какому календарю, а я тебе отвечу. По модно-пышкинскому. Боже. Моя подводка закончилась, Люд. Больше я ничего на сегодня не написал. Да? Ничего не сочинил, да? Ты уж давай рассказывай, что, куда, зачем, почему и как. Всем привет, мои дорогие дамы. Наши любимые, хотел сказать, телезрители. Вов. Ну, подписывайся. Если вдруг кто-то... Я забыл, да, что начала. А я тебе расскажу. Если мы вдруг все забыли, Людмила Аркадьевна поприветствовала подписчиц. И немножко подписчиков, да, чуть-чуть. И наших дорогих покупателей. Да, конечно. Наших покупателей. Конечно. Я уже, честно говоря, вся спарилась. Пока мы тут все гладим, все принимаем. Я просто создала вот такой образ, комплект, да, показать. Вот такой, да, жилет. Да, давайте посмотрим. Голубой жилетик. Это факт, Люд, это факт, да. Красиво. Вот такие у нас были белые, у нас были хаки, теперь голубые. Но, в принципе, их осталось тоже только два. 56, 58. Но 56 размер, они очень большемерные, да? То есть это пойдет на 58, 58 пойдет на 60. Цена жилетика 4800. 4800 цена жилетика. Значит, размеры мы услышали, правильно? То, под что небесный голубой, мы поняли. Так, да. Вот я нашла, у нас остался. Я хочу просто в единичном, то, что у нас в единичном осталось, да, в штучном варианте, показать. Остался вот этот костюмчик брючный, да. Ой, какие интересные полосочки. Ой, какие интересные лампасики, да, Люд? Серенькие, да. Трикотажное полотно, рукав длинный. Это оно. Однобортный жакет на одной пуговичке. И есть карманы. Карманы рабочие, действующие. Рабочие. Да. Клапаночки. Жакетик удлиненный. Прикрывает бедрышки. Ага, это брючки. Важно. Они вроде бы как классический вариант, да, прямые зауженные брючки. Но вот этот лампасик придает шарм всему костюму, что он жакет. Но он такой, да, необычный, интересный. Да, можно даже на сцене поплясать. На резиночке, резинка. Да. В брючках есть карманчики боковые. Рабочий, Люд? Да, а рабочий, как же, все рабочий. Так. Вот смотрим. Такой костюмчик. Костюмчик стоит всего 4200. Он остался в 56 размере. Под этот костюмчик я... Ты... Но не я. Дело, да. Вот такую футболочку, которую мы только что получили с принтом, да, черным. В принципе, да, сюда можно любой принт одеть. И яркий, и красный, да. Футболочка у нас стоит 2800. То есть передняя полочка у нас идет вискоза с принтом. Спинка у нас идет хлопок. Футболочки с 56 по 66 размер 2800. В принципе, вот этот комплектик, этот образ я показала. Но ты кое-что не сказала. Супер дизайн, супер фабрик. Чинтразе, Вова, чинтразе. Чинтразе, Людмила Аркадьевна, чинтразе. Колокольчик надо ставить около подписки, чтобы все, да, девчонки видели наши свежие видео, понимаешь? Потому что если не поставить колокольчик, Люд, если ты не в курсе, то наши новые видео даже наши подписчицы могут не увидеть. Да, да. Товарищи дорогие, не забывайте. Да, не забывайте ставить наш нежный колокольчик. Да. И... А то многие не увидят, да, того, что предназначено для вас. Конечно, конечно, его обязательно надо теребонькать, Люд, потому что мы как двое плешивых за гребень дерутся, я так не хочу. Да, хочешь, чтобы все было красиво? Пишите комментарии, да, Люд? Обязательно. Пишите комментарии, рассказывайте всем друзьям, подругам и дальним родственникам. Да, отличный магазин.
магазины, которые, да, которые называются как? Да, модная. Работаем только для вас. Да, работает модная пышка, да. Женская одежда по всей России мы можем отправить. Как это приятно, когда люди благодарят, когда получают. Вот буквально вчера такой дождливый день, настроение такое паршивое, да, и дзинкнуло в телефон. Да, дзинкнуло. Я смотрю, женщина, да, которую мы отправляли, по-моему, в Чебоксары, да? Да. И я начинаю вспоминать, что там было, и смотрю, голосовой, и такой долго-долго, я так думаю, ну, наверное, что-то не понравилось. И первый, когда нажимаю, говорит: Людмила Аркадьевна, получила посылку, я вам так благодарна, что вы были правы. Боже, Люда, как то, приятно. То, что размер я заказывала, и когда вы настояли на совершенно другом размере, я вам благодарна. Просто бы там, я просто расскажу немножечко, да, чтобы иногда, кто заказывает, прислушались к нашим комментариям. В юбке и в брюках на талии была резинка, то есть не как она называется, не корсажно вставлена резинка, да, а резинка, которая вообще полностью растягивается. Когда юбку измеряли 56, она вот в нерастянутом состоянии талии, а когда растянули, то талия получилась 140. И нет, 56 мало, потому что у меня 120, это будет всего 112. И начинаешь объяснять, что именно этот вам размер нужен, а не больше. Ну, короче, все вышло очень приятно, все хорошо, все были довольны. И это очень приятно, когда вам все подходит, и вы благодарны. И я вам благодарна за ваши отзывы. Самое главное — отзывы. Пишите, пожалуйста, потому чтобы знать, правильно мы сделали, неправильно, как подобрали, как вам все это предложили. Точно нужны отзывы и колокольчики на видео. Люда, да, лучше тебя не скажешь, но у нас на селе еще есть такая поговорка. Знаешь, какая? Милости прошу к нашему шалашу. Хлебать лапшу, а говядины после покрошу. Вкусно, да? Да. Ну ты нам давай рассказывай уже про футболочку, я на это намекаю. Рукав точной, ХБшка. Принт, не очень такой вычурный принт, а красивый принт. Ну, минимал, Люда, минимал техно. 56-66 размер, стоит футболка 2000. Сразу покажу футболочку, да, ты посмотри, под она, эти видишь, уже брючки. Комбинирует, комбинирует. Брючки то же самое, хлопок тянется. Вот, брюки тоненькие, летние. Потяни их, Люд. Эластан, шикарно садятся. У нас пояс, вот это как раз я резинку, про эту резинку говорила. Здесь резинка... Вот, что видишь? Там за резинка такая, Люд, расскажи. Резинка в талии, вот она, резиночка, видишь? Ну то да. То есть сядет шикарно. У нас, как все привыкли, гульфиком, гульфиков имитация, гульфика его нет. Нету, да. Его нет. Это важно. Брючки красивые, цвет очень красивый, да, насыщенный, Люда, да, сейчас вот все хотят зеленый цвет, я тебе говорю, это прям какой-то это. И все-таки на брючках есть украшения. Какое-то наваждение, видишь, какая бабочка, красивые, смотри, переливается, бабочки. Нежная, брючки, согласись. Брючки 4900. С, да, 58 по 64 размер, а футболка с 56 по 66 2000. Брючки 4900. Ну покружись, покуражься в футболочке прям чутка. Давай я вот так сделаю. Как ты сделаешь? А ты вот... же только что так делала, нет? А вот так я сделаю. Ой, вот, как вот она необычно красиво сделала. Вы на нее посмотрите, тук, такая тук, молодец, тук. Люд. Просто... Вот вам комплект. Ну да, ну в принципе да, и спорить даже и да. Да, принцип, и да. Вот такой комплект, как есть, еще подойдет сюда. Вот такая ветровка. Я ей потом покажу. Ну да, давай очень, уже это потом. Да, очень. Ты нам главное нашу будет эту, нашу любимую. Супер дизайн, супер фабрикс. А Людмила продолжает свой потрясающий выпуск. Я для этого здесь и нахожусь. Она сегодня будет очень долго кружиться, куражиться для вас. То есть я опять создала комплект. Брюки те же, я не могу переодеть, потому что они уже все большие. Какая интересная, ну, не будут на мне, да, брючки смотреться. Угу. Эти еще куда ни шло, я могла как-то подвернуть. Вот верхушка, образ, да? Вот такой пыльник, марлевка. Вообще хлопок, бесподобный пыльничек. Бомбер, рукавчик такой, все сделано прям как бомберочек. Цвет белый. С капюшоном, цвет белый, с 56 по 66 размер, 7600. Так. Под ним вот такая блузочка вискозная. Опять орнамент яркий, красивый, насыщенный. С 56 по 66, 2800. И опять же сюда я могу предложить вот такие хлопковые брючки, тонюсенькие брючки. Это лето, вот прям лето, лето, давай лето. Поближе посмотрим. Люд, ты подними их еще раз, там такая белая штучка, мне так нравится. Я думаю, все сейчас, кто у экранов находится, они просто вот прозрели. Ты посмотри, как нежно. А эти полосочки, Люда, вылитый Том Браун. Да. Скажи. Посмотри, даже пускай не это...
блузку, да, другую красную, яркую, однотонную, белую, ну, черную, да, с пыльником. Да. Потому что в брючках-то полоска, и сюда все пойдут. Хорошо смотрится, да, Люда. Брючки... Можно даже пойти на праздник, скажи. 100%. Да. С 56 по 64 3200, и эти же брючки есть еще в черном цвете. Невероятно. Пожалуйста, да. То же самое. Очень красивые опять брючки. Опять тонюсенький, тоненький бенгалинчик, хлопок. Вообще бесподобные брючки, резиночка, карманчики боковые, все рабочие. Рабочие, все рабочие, да, девчонки. Посмотри, какой комплект, Вов. Люда, я тебе говорю, прям на еще праздник как будто собралась. Черные брюки с 56 по 66 3200, зеленые по 64 3200. Пыльник 7600, 56, 66. И вот такой блузон, блузочка с 56 по 66, 2800. У всякого праздника не без безобразника. Да, супер дизайн. Подожди, супер, стой, подожди. Продано. Да подожди, покружись, дай говорю. На пыльник-то посмотреть. Господи, Люда, ты что-то сегодня такая резкая, агрессивная, да голодная, что ли? У меня столько комплексов надо показать. Ну давай, давай, еще кружись, кружись. Что ты застыла? Не стесняйся. Ну ты мне сказал спинку покажи. А теперь нашу любимую, давай, супер дизайн. Супер фабрик. Продано!